Kocha. Привет, друзья! Сегодня мы в гостях опять у нашего любимого друга Сережи Липована. Делаем новогодний концерт. Будем вас поздравлять, веселить и вкусно кормить. Правда, кормить вкусно будем себя, а у вас будут слюньки течь. Гуляйте с нами, пойте с нами, танцуйте с нами. Поехали! О, здорово. Картина маслом, да? Яночка, что, давай? Да. Я тебе быстренько сейчас смазываю шкуру. Смотри. Оп, что он делает, смотри. Шикардос. Голый лосось во всей своей красоте и наготе. Диана уже замариновала лосось. Ах, картина маслом. Пахнет просто, слов нет, не передать. Ловите свежего лосося. По аромату туда-сюда. Короче, масло нагревается, лосось пару-троечку минут, пусть подмаринуется. Ну а мы, Миша, с тобой сбацаем таки шикарную песню. Ну, давай за счастье. За счастье на весь мир. Вы все были счастливы, что ли? Друзьяки, да, будьте вы нам счастливы и здоровенькие. Счастье вдруг жене стучало в дверь. Неужели ты ко мне? Танцуют все! Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Сколько лет я спорил с собой ради этой встречи с тобой. Только где-то плыл за моря. Чаю это было не зря. Все на сразе жила не зря. И не напрасно было. Короче, ребята, шикардос. Пришло, все сбылось, и не жди ответа. С тебя как жилось, не на свете это. Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь не била. И добавляем мед. Хорошая столовая ложка, да? Да. Давай, подержу это, Миша. Большая ложка меда. И что, таки готов? Нет, не готов. Настаивается 10 минут. Я знаю, просто проверил Диану. А ее голыми руками не возьмешь. Короче, вот так вот. Огня нет, глинтвейн настаивается. Погнали заниматься рыбой. Картинным маслом. Опля. Вальтом.
Все, шикардос. Поплыли, карасики, дальнее, не дальнее плавание. Там маслом, а? Да ты шо, и корка прожаривается, косточки выжариваются. Короче, все как ты любишь. Ой, друзьяки, завидуйте, такого карасика сегодня буду трескать. Только у Липована такой есть. Да, теперь и у тебя. Теперь и у меня. Опача. А я жду, когда он начнет. Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, хотел сказать, дома нет жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет. Оркестр гремит басами, рубашки мает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Иметь или не иметь. Если у вас нету тети, вам ее не потерять. И если вы не живете, вам и не умирать. Вам не умирать. Оркестр гремит басами, трубанщик выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Иметь или не иметь. Иди, у тебя сегодня будет праздничный ужин. Ай-яй-яй, шкуру будешь вонять? А ну иди сюда. Где тарелочка? На, здесь чистенько мы убирали. А ну пробуй. Лосось свежий? Звезда стесняется. Слушай, ну я... Ой-ой-ой, смотри, это тебе опять же не красная икра. Икрой красной кормил? Не хотела. А лососика, жирочек, пузика. Мурочка, приятного аппетита и тебя тоже с наступающим Новым годом. Бутылочка вина. Ребята, с наступающим Новым годом. Будьте нам здоровеньки. Дорогие наши друзья, с Новым годом, с наступающим, пусть в этом году будет много счастья, много здоровья, улыбок, радости. С Новым годом! Друзья, с Новым годом! И, как говорится, пусть в следующем году у вас будет все тип-топ или шикардос, или вообще, как говорят, супер-бомба-класс. Все у вас должно быть хорошо. Одним словом, Миша сказал шикардос. Ребята, пьем за вас. Ребята, пьем за ваш шикардос. Будьте нам здоровеньки. Глинтвейн получился отменный. Там ты что, сейчас будет харя красная. Интересная. Гоняем вкусняшки дальше.